Полицейские задержали двух подозреваемых в серии краж. Девушки, по версии сотрудников уголовного розыска, обокрали старушку на 4000 рублей. И таких эпизодов, считают служители закона, за ними несколько. На этих кадрах девушки дают показания уже в райотделе. Одна из них рассказывает свою версию событий. Потом я пришла в юридический сервис и сказала, что нечем кормить детей. Рассказала и сказала, что 5 человек детей нечем кормить. Не дала, а взяла купюры сама, считают полицейские. Вот кадры из домофона. Они приобщены к материалам уголовного дела. Женщины подошли к подъезду. Позже они зайдут ко старушке в дом. И через время пенсионерка обнаружит пропажу денежных средств и сразу же обратится в полицию. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 158 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь этим дамам из Омска, видимо, надолго придется задержаться в Челябинске. По вменяемой им статье грозит до 5 лет колонии. К тому же полицейские подозревают, что такие визиты они нанесли нескольким пожилым людям и ждут звонков от других пострадавших.